Так, в прошлой катке лабиринт, кстати, прошел. Кто не смотрел, ребят, можете посмотреть в прошлой игре. Так. Туда я ходил. Отсюда я пришел. Так, тогда получается у нас мне надо идти вон туда. Ого! Помазал. Нелегко было. А, подождите-ка, стойте, давайте я вон туда вон пройду. Там в другую сторону пустыни можно было еще пройти. Точно я вспомнил, сейчас пройдем. Ты зараза. Попал, да? О, справится. Так. Там в другую сторону можно было сейчас сходить. Я не сходил, надо было сходить. Сейчас скажу. На другой локации. Вот сейчас дойду. Так, у меня мало хп. Ай-яй-яй. Отлично. Вот сейчас я перейду на другую локацию, я там постоянно влево шел, а там еще, по-моему, направо можно было идти. Сейчас посмотрим. А. Все, понял, нет. Все, я ошибся. Я ошибся, ладно. Я понял. Так, я здесь вышел отсюда, значит, нам вот сюда вот надо идти. Все, окей, погнали. Открыть врата черного солнца надо.
Ого, здесь даже странно, меня даже никто не нападает. Значит, я пробегу без проблем здесь. Надеюсь. Ну все отлично вообще. Ништяк. Так, нам надо вон туда. Все, идем в ту сторону. Блин, кстати, у меня патрон нету. Надо к камню прикоснуться, чтобы патроны появились, здоровье восстановилось. Ну и можно телепортнуться, но я не буду. Отдыхай, дружище, отдыхай. Сейчас здесь всего наберем. Интересно. Так, тут я был. Так, стоп. Стоп, а я не туда иду. Мне надо вон туда. Так, а как туда пробраться? Стопы, стопы. Во. Мне надо вот сюда. Все. Я на правильном пути. Так, надо сюда сбегать, посмотреть. Может, здесь какие-нибудь сундучки и тайнички. Ну, ничего нет. Ну ладно. Ого-го, вот эта башня. Я думаю, мне сюда, точно. Так. Воюющий ключ. Оба-на. Так. Открываются какие-то ворота. Эта пирамида раскрывается. А забрать? Забрать не могу. Понял. Все, идем дальше. Оба, а что там внизу? Оп, блин, главное не свалиться. Самое главное не свалиться вниз.
Так, а здесь что по... Ну-ка, сейчас я гляну под лестницей, может что-нибудь есть. Не, нет, ничего. Никаких секретиков, ничего нет, не спрятано. Я думал, сейчас что-нибудь найду. Не, нет, ничего. Ладно, идем наверх. Телепортироваться не будем. Идем дальше. Какая-то жижа вон вали лежит. Непонятно. Капает отсюда что-то. Так, а вот здесь что у нас такое? Зал бессмертного короля. Размышлял об истинной природе вещей. Я видел узоры, слышал мотив симфонии миров. На ваш дом напал Гуари, вы зовете его корнем. Это нас роднит. Они настоящий враг. Ты ищешь спасения. И у меня есть ключ. Он отправит тебя не куда ты пожелаешь, а куда нужно. Ключ знает, что тебе нужно лучше тебя. А ты мудрее, чем кажешься. Предупреждаю, ключ опасен. Многие из-за него встретили смерть. В любом случае, я предлагаю сделку. Честный обмен. Вот он, мир, живой и нетронутый Гуари, но заполненный порченными созданиями. Кроме того, его жители боготворят одного зверя. Принеси мне его сердце. Что ж, победила мудрость. Иди в портал, неся с собой вещи.
уверенность. Только это оружие истинно. Окей. Сердце у тебя. Вопросы, дитя. Не более чем попытка слабых отсрочить неизбежное. Жидкость питает меня, как и прежде. Вот уже сотни лет. Оно мое, и только мое. Уверен, ты понимаешь. О, я неясно выразился. Зверь хранит их мир, подобно нашему стражу. У нашего мира нет стража, как у твоего. И ты лучше других знаешь, что Гуари может с ним сделать. С восстановлением планеты шанс, что Гуари вернется, растет. Сердце зверя поможет воссоздать нашего стража. Однажды я уже спас этот мир с помощью священного огня. Второй такой раз мир не перенесет. Без стража все в этом мире погибнет. Ни к чему изображать наивность. Да, без стража они будут беззащитны перед Гуари, как и мы сейчас. Выживает сильнейший, дитя. Закон природы. Тебе никогда не спасти свой мир, если ты будешь проявлять сочувствие. Скверно. Паразит, ведомый единым разумом. Как вирусы, поглощают все, что могут. Все, что не могут, уничтожают, пока не останется лишь корень. Они эффективны. С этим не поспоришь. И сильны. Хотя, надеюсь, я сильный. Как и в любой другой мир, нашли слабое место и ударили по нему. Был создан разлом, и орда Гуари прорвалась. Полагаю, то же самое случилось и с твоим миром. Корень беспощаден и, как правило, не слишком оригинален. Сомнение – признак слабости. Окей, ладно, добудем сердечко тебе, дружище, добудем. Так. Идем в портал. А что вот здесь по бокам? А, это вход. Найти болотного зверя. Окей, окей. Так, тут типа развилка. О, ко мне еще кто-то подключился, какой-то чувачок.
Сейчас мы вместе с ним попробуем пройти. Надо до камня добежать просто. И он появится. Афоня. Погнали, Афончик. Он что-то по кому-то уже стреляет. Она прям на него прям вылез. А, рюкзак забит. Фига, прям вылазит он. Так. А вот здесь что такое стоит? Какая-то система. Так, покрутить нельзя? Нет, нельзя. О, оба, кто там? Где он? Оп. Отлично. Мне опыт дали, еще кто-то подключился. Так, подожди, вот он сбегал туда, а там чё? Чё он остановился-то? Пойдём туда. Или ты... Ну ладно, пойдём вот сюда. На эту сторону. Бежит такой. Так.
Так, а это что за... Фига себе, они через портал бегут прям. Острый камень. Что за острый камень? Смотрим. Вот он, острый камень. Критический удар в ближнем бою накладывает эффект кровотечения, который наносит 100% нанесенного урона в течение 10 секунд. Не надо. Это мне не надо. Что-то она не работает, тачка-то. Так, сундуки типа он все собрал. Нет, не пролезть. Ух ты! О, крутилка, можно крутить? Нет, нельзя. Так, а вот здесь вот есть что-нибудь? Ага, здесь все собрали уже. Какая-то штука что-то накачает из земли, типа. Только я непонятно что. Непонятно что качает. Фига он там убежал уже. Какая-то жижа. Непонятно. Симулякр один. Он еще и оружие может до максимума увеличивать. Так, мы уже куда-то вон пришли. Непонятно куда только.
Так, куда-то выполняет перемещение. Ну ладно, переместимся.